История этой рыбалки началась с дружеского спора на предмет, какая же приманка окажется уловистей на этой реке – блесна или силикон. Так и не придя к единому мнению, решили провести эксперимент. По условиям эксперимента, один из нас весь день рыбачит только на блесны, а второй – только на силиконовой приманке. Да, вот и... Арбузы. О, хороший окунь, отлично. Кстати, джик 1-0. Ушарики. Хороший окунь, Сережа. Че, 1-1. Хороший, кстати, тоже. Еще один неплохой. Охренеть. 2-1. Ага, вижу, что кто-то 3-1 делает меня. Да, это 3-1. 3-2, ладно. Блесна интересней. Ну. Смотри, смотри, сколько их разбежалось в разные стороны. 3-3, друг мой, 3-3. Крупного мы уже, конечно, распугали. Но мелкий еще трется здесь. Вот он. Вот он. А тем временем 4-3. Кто под кусточком живет? Никто. Да ладно, под самой лодкой. По четырем. Нет! Да ладно, ты вырываешься вперед? Я его вымучил. Пятерочка. 5-4. Страшно представить, что мы не поймали 9 рыб. За 20 минут, наверное, еще не рыбачим. Заливной окунь. Слушай, идем ноздря в ноздрю, но это окунь. Тут как бы дело такое. Мы тут приехали все защупать. Покрупнее, мать, но она ушла. 6-4. Однако. Твистер вырывается вперед. Китайский твистер вырывается вперед. Ну, не может быть. 5. Зачем ты сокращаешь отрыв? Джик лучше. Скоро узнаем. Буквально сегодня.
Короче, он просто вышел из этой заводи туда на открытую воду. Ах ты, сошел. Да, он туда весь. Он сместился весь туда отсюда. Мы его спугнули сами. Ну и мы сейчас вылезем отсюда. Вряд ли есть какой-то логический смысл здесь стоять. Смотри, что сделал гад. Сделал флаг. А вы лови? Эй, не смей, нет! Да что же это такое? Мой вон с хвостом, посмотри, у него нет в пасти моего хвоста. 7-6. Однако. Я ничего не видел. Где рыба? Покажи. Это что, рыба, что ли? Так. Не смей. Ой, вот и щука. Вот окунь. Щучка мелкая. Слушай, мы там... Да и ладно. Вот только 8-6. Меня совсем не обрадовало. Там под нос стучишь, там нормально? Да ну нафиг под нос стучать, там коряжник такой. Ну, вот тот, ну да. Вот, тем не менее 9-6. Я же говорю, окунь. Как просто бросил лесную воду и поднял рыбу? Ну, практически. Да. Да не смей вообще произносить эту цифру. 13. Есть. И, по-моему, это щука. Есть, давай. Совести у тебя нету. Щука может быть и есть. А совести нет. Мелко, да? В общем, уже собирались. Выключили камеру и попалась еще одна щучка. Вот она. Такая же, как предыдущая. Так что счет пока 15-5. 15-6. Смотри, взял. Как ты ее заглотил-то? А, ну это неплохой окунь. Есть что-то мелкое. Что это? Окунь. Ну, хороший окунь. Есть еще один. Ну вот, 20-й. Есть? Да ладно, что там такое? Окунь? А, хороший окунь. Не, ну это неплохой. Да я в принципе снял. 21-й.
22. Что там? Кокунь. Кокунь. 24. Ну вот он. 26. Щука. Двадцать семь. Ну да, это хоть зацепилось так себе, то спокойно можно отпустить. Все ушло. Я думаю, можно заканчивать.